остановим? Кто? Мы? Русские! Антифашисты, русские! Мы русские! Мы не боимся никого и никогда, понятно? Что вы будете делать? Вот, а вы посмотрите, вы это увидите своими глазами. А я не верю, что не бомбят. Потому что нам переключили второй источник информации и дали только один. Откуда я знаю, может, это вообще все придумали и кино. Бучу убивали сами украинцы. Украинцы. Украинцы убивали. И вот эта вся выставка посвящена именно убийству Украины. Pēc desmitiem vakarā tika aizturēta arī kāda sieviete. Aizturēšanas laikā viņa neslēpa savu sašutumu un agresīvi vērsās pret policijas darbiniekiem. Почему вас задерживают? Потому что они уроды, потому что они гадины, потому что они фашисты, потому что я их ненавижу. Я не могу жить в этой стране, потому что они фашисты, гадины, твари, и не понимают, где правда, а где ложь. Даже bija noskaņota agresīva arī pret Latvijas televīziju un vairāk kārt mēģināja atņemt mobilo tālruni. Sakiet, ko jūs domājat par karu Ukrainā? Я что думаю? Ja. Что поздно начали, надо было гораздо раньше. Ковадзей, что нужно было делать? Порядок навести и с нацистами разобраться. Убивать? Нацистов? Однозначно. А почему украинцы нацистов? А где вы там видели украинцев? Где вы там видели украинцев? Там нацисты воюют. Да, это точно. Что вы думаете по войну? Я думаю, что это нацики, которых много, и абсолютно все уже решено давно. Вот такие чмошники стоят, которых здесь только хватает смелости. Это просто нацики, безумные. А сколько лет вы живете в Риге? Сколько лет вы живете в Риге? Да какое это какое ваше дело? Кто вы вообще такая? Что это у меня снимает?